В пятницу в зале заседания администрации района под руководством главы района Заура Хамильзова состоялось внеочередное расширенное заседание антитеррористической комиссии. В совещании приняли участие представители правоохранительных органов, заместители главы администрации Кашхабльского района, начальники управлений, главы сельских поселений в режиме ВКС, члены антитеррористической комиссии Кашхабльского района, руководители учреждений. В завершении совещания председателям комиссии были даны соответствующие поручения ответственным лицам.